дом идет под реставрацию. Начинаем его реставрировать. Сейчас пойду познакомлю с внутренней частью. Это подвальное помещение. Дом идет старого образца. Сделаем нового образца. Фундамент тоже выкопали. Отсюда идет. Длиной идет где-то 10,5. Так, ширину идет 90. Залили фундамент. Уже фундамент готов. Наша стройка продолжается. Вот этот разбираем уже. Отсюда вот идет стена. Стена — это окно будет здесь. Первое. Вот здесь оставили место для заливки. Вот здесь будет опаловка. Здесь опаловка будет на окнах. А здесь место для заливки. Это подготовили для заливки. Будем заливать. Все, решетку тоже поставили. Такая площадка у нас для заливки будет. Залили. Все. Пойдет дальше вот так пояс. Вот так пояс пойдет. И вот так четырехугольник. Вот первый этаж уже все закончили. Полностью заливка уже. Вот. Закончили полностью заливку. Делаем второй этаж. И у нас тут еще миниатюрная крыша тоже есть такая. Крышу убрали, шифер. Вот миниатюрная крыша. Это из тента сделали. Вот как он выглядит у нас. Вот такая миниатюрная суперская крыша. Начало второго этажа идет. Здесь уже пол готовый. Доской все закрыли. Там остался проход, и все остальное все закрыли. Получается мансарда получается. Это второй этаж.
уже закончили. Крышу сделали, поставили. Окна установили. Каркас готов.